Каждый из нас обязательно сталкивался с такой проблемой, когда нужно почистить от каких-то ненужных ботов, либо чего-то групп, либо каналов, почистить свой аккаунт Telegram. И я неоднократно смотрел особые настройки, где может зайти, в конфиденциальность, пошаговые инструкции. Но все, на что я натыкался, в основном это как через какие-то сервисы, через Тегастат, либо прочие дела, как можно очищать свой канал. Итак, ну, свой аккаунт от всяких каналов, групп и ботов. Для того, чтобы не было ни рассылок, ни вот каких-то напоминаний и прочих дел. Итак, ловите лайфхак. Переходим в телегу. Дальше переходим в настройки. Выбираем папки с чатами. Создать папку. Пишем название папки. Чистка. Добавить чаты, группы, каналы, боты. Нажимаем готово. Создать. После чего выходим назад, возвращаемся в чаты, и у нас появилась группа «Чистка». Здесь все ваши группы и все ваши боты, на которые вы когда-то подписывались, вот у меня конференция есть, удалить. Удалить у всех. Поехали. Та-дам. Точно, да. Дальше смотрим, какой-то центр, какие-то боты, какие-то еще аккаунты. И здесь, если вы видите, что у вас где-то была подписка на какой-то бот, удалить, удалить и заблокировать. Следующий, какой-то порно, удалить, заблокировать. Следующий бот, удалить, заблокировать. Так вы всегда сможете почистить ваш аккаунт. И при этом, какие надо, вы всегда группы видите, на которые вы подписаны. У вас не будет мусора, и никто вас не будет отвлекать.